Сделали мы вот такие шаблоны. Как помним, делаем мы передний нож. Переносим на дерево. Дерево аккуратно вырезаем. Здесь я сделали как у настоящего, чтобы мало ли нам прикрепили, сзади открутили, отвал сняли. Это все осталось. Надо какой-то либо другой нож повесить. Поменяли. Так что работаем. Изобретаем, как говорится. Там покажу, как получилось. Ну что, ребят, вот еще кое-какое время прошло. Вот так у нас теперь. Он у нас не прикрученный. Вот так у нас. Финиш по Вичуга, все чисто. Не дают записать видео. Отправляется он у нас по окрасочку. Здесь у нас все теперь на шарнирчиках. Все как должно быть. Так что, после покрасочки покажу, как получилось. Итак, друзья, всем привет. Ну что, практически закончен наш проект, что было сделано по предыдущим сериям. И в этой серии занимались отвалом. В общем, все практически доделали. Есть еще кое-какие нюансы. Но это все в процессе, так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну, сейчас покажу, что было сделано за эту недельку. Был сделан у нас вот такой отвал. Теперь напишите в комментариях, как. Была установлена у нас внутри вот такая сеточка. Сделан гидравлический насос. Вот там он стоит в капоте. Подается масло сюда под давлением. Фокус, 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 фокус. На палец не обращайте внимания, временный. И шток у нас опускается под давлением. Там у нас стоит сальничек. Вот. Пристроили мы аккумулятор снизу для равновесия. В прошлый раз он у нас был там, но мы поставили гидравлический насос, и он у нас теперь не убирается. Вот. Что было сделано внутри? Нажимаем на дверку, дверка у нас открывается, и там у нас стоит тракторист, вот такой грязный. Было сделана приборка. Фокус, фокус, фокус. Вот так тут. Рычаги у него. Сделали мы сиденье мягкое ему. Правда, дядька для большого дядьки. Закрыли. Сделали ручки. Выгнули. Сделали вот такой дворничек. В общем, как помним по предыдущим видео тоже. Сделали мы гидравлическую подвесочку. Вот у нас здесь шток стоит. Но сюда еще не подсоединял. Здесь у нас выход на прицеп, если что. Как говорится, можно будет подключить. Гидравлика у нас вот так работает. В данный момент без этого. Но она у нас опускается. И также ее пока временно поднимаешь. Но это все в процессе. Так что, кому интересно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Что еще было сделано? Свет, вы помните, сделали. Мальчишки, кто нам печатал, кое-какие детали не хватает, так что пришлось самому сделать. Сделали самостоятельную крышечку для залива. Сюда крышечку сделали. Так что сделали сверху крышечку. Вот так тут у нас. Здесь у нас. Должен быть. Временно пока вывели сюда провода. А самое главное, что интересное, у нас все управление у нас вдоль до фар. Смотрите,
Не знаю, фокус. Все здесь в салоне. И свет, и гидравлика. Все здесь управляется. Так что вот такие дела. Ну что, томить долго не буду. Давайте посмотрим. А, что было сделано еще. Как помним по предыдущим видео. Здесь у нас на шарнирчиках стоит. Подъехали, открутили, отвал сняли. Колеса у нас, катки на рессорах. Здесь должны пружины быть. Так что, кто может не смотрел, можете зайти. Там выше видео есть было, как я все делал. Так что, вот теперь он у нас вот так выглядит. Вот так у нас. Здесь еще должны дополнительные дырки быть, потому что, чтобы серьга перевешивалась. Все ходит у нас. Эти все у нас. Фокус. Во. Все регулируется. Кверху, к низу, как помним. Ну что? Вот так он у нас. Вот такой у нас красавец получился. Масштаб у нас 1 к 10. Ну что, попробуем, запустим. Сейчас. Кто-то там писал в комментариях, что дыма не видит. Вот он у нас запустился. Вот так он у нас работает. Смотрим, свет у нас, как видим, не горит. Включаем. Опс. Все из салона. Ну что, посмотрим его в действии. Так. Как-то камеру поставить вот так вот.
Итак, ребята, кто-то говорил, что там сильное управление будет, что-то не так. Можно же сделать пропорционально. Теперь он для DT75, по-моему, напишите в комментариях, шустрый он или нет.
Что, ребят, вот как-то так он у нас получился. Так что напишите в комментариях, как вам. Так, застряли. Заглохли. Все. Всем спасибо за лайки, за комментарии. Так что, кому интересно, какие будут продолжения доработки с ним, подписывайтесь, не пропустите. Надеюсь, всем видео понравилось. Заслужит лайка. Подписывайтесь. Всем до новых встреч. Всем пока.